В Одессе на 4-й станции Большого фонтана возле ипподрома неизвестные осквернили закладной камень будущего парка «Азербайджан». На камне появился неонацистский символ в виде Кельтского креста. Несмотря на то, что это произошло еще в субботу, ни коммунальные службы, ни представители азербайджанской госкомпании «Сакар» не торопятся смыть символику. Напомню, что сам камень установили еще в 2013 году. Однако парк до сих пор так и не привели в порядок, как было запланировано в проекте реконструкции.